Всем привет, это мой новый влог. Он начинается с половины дороги до деревни, потому что я очень долго думала, типа, снимать или нет. Сегодня я ем хот-дог, невкусный, мне прям нравится. Я съела все, что было. Я еще за банан не ела. Все. Все, друзья, мои папарацци коротают беспечную ночь. Несмотря на пути глаза вниз, не слушаю мати. Я до сих пор пытаюсь залистать до наших песен. Это листало. Они цветы собирают. Молодец. О, ты тоже простолюдин? Мне плевать на вашу родословную. Знатных. Я вообще не знаю. Я буду. Человек или нет, у него плохо. А что ты сама не мужчина? Че? Ты сама сказала, что там переодеваются мужчины. И что? Можешь закосплеить их? Я еще накрасила брови, и мне кажется, очень темными, из-за того, что у меня лицо красное. Я обычно все замазываю, но мне ничего не с собой не взяла. Я взяла только брови. Что ты смотришь? Тайный союз. Там, короче, две девушки. Это девочка. Это мальчик. Это девочка. Не включает вспышку. Смотрите, какое средство передвижения Шеймурата. Мальчик какой-то бегает. Да, поехали. Знаешь, теряюсь. Тут еще соседи, мне кажется. Мне кажется, они подслушивают. Сейчас играем в карты, я говорю. Он что-то говорит, хочу купаться. Я говорю, а я нет. Да ты просто толк в лете не знаешь. Я не надоела. Ну играй уже! Играй быстрее. Вот опять подсматривается. Вот не знаю. Я тебя научу. Вот. Кто тебя научит? Я бью женщин и детей, потому что я красавчик. Но Genshin Life World Peace. Меня раздражают люди, которые говорят о чем-то. Нет. О чем? Они об этом не знают, но при этом высказываются очень плохо. Ну ты тоже высказываешься о других плохо. Что? Журак называется? Ну ладно. Где я плохо высказывалась? Ты говорила, типа, у других людей вкусов нету. Когда я говорила это? Хватит обманывать. Сейчас он будет мне деньги проигрывать. В дураке онлайн. Нет, вот. Что так темно, блин? Мое имя Бом. Чё? Бом называется. Давай встречи меня. Сам ищи меня. Я твой ник видел. Смотрите, как красиво. Я не могу. Я не могу. Мы пошли гулять.
Сейчас я ему догоним этот чай. Мы пошли на речку, чтобы посмотреть на ее остатки. Раньше она была нормальная. Аж 2О просто. А сейчас, ну, там... На речку. Там ничего не осталось, лужа какая-то. Эту фигню фоткаешь. Вот где-то тут камни, и мы ждали тех, кто приезжает с Баймака, там, Сибая, с Уфимки. Это болото, друзья. Уйди. Не, ну смотрите, вот тут ну да. А раньше тут было много воды. Вот тут была вода, моста не было и была вода. А когда построили мост, то все просто загребли сюда, поэтому здесь ничего не осталось. Лесель нам давала либо крышки от бутылок, либо от апельсинов кожуру, и мы вот так запускали, это были наши кораблики. Они плавали, но было больше воды, и я их теряла все время. Но мне держится вся первая майка. Почти. Это мои подружки пришли, не обращайте внимания. Зально кое-как перебралась через этот паркур. Вот увидите? Сейчас мы пойдем подальше от этих коров. Вот этих вот. Я им очень рада. Ай. Ну не очень. Пошли в это место. Раньше мы собирали эти цветы и дарили, ну или просто ставили в вазу дома. Было красиво. Скажи еще раз. Судя по запаху, я чувствую, что здесь где-то труп коровы, который был запор. Я остался еще ему раз здесь, посреди океана. Ляна про коров думает. Кто же она по личности? Пока! Там вот эта корова особенно, у нее большие рога. И потом там еще один стоит. Я боюсь их. И Яна говорит, да не волнуйся, до сердца не дойдет с этими рожками. Это улица, где живет наша тетенька. Фан факт. Эй! Ты ставишь? Ты наверх. Что за дерево? Это так красиво смотрится вместе. Мы с ней пошли с мамой. Она не хочет туда сходить. Реально? Или что-то здесь туда и туда? Здесь такой красивый вид был. Раньше был магазин, кстати. Бля. Что это? Тоже есть. Я очень люблю всякие бумажки. Их тут очень много. Здесь как будто закрытая школа снималась. Очень много. Мы зашли в место, где мы покупали вещи. Ну, просто. Я взяла с собой чистую брошюрку, вот такую, и еще оттуда бумажечку. Еще полтора. На, вот такую бумагу. Да он так боится почему-то. Здесь вообще ничего нету, здесь пусто. Я просто спряталась в вот тут вот. Я хотела заснять, но телефон был у нее. Тогда он старала. Не орала.
Я думала, там будут дела, типа, кого-то пытали записывать это все. А там просто какие-то записи. И все время фамилия Аюпов, Илья Аюпова. Ну, как русский типа, составился, что ли? Не знаю.